Добрый день, господа. Позиция разделился на сказ Лапчок. Выпускается на двух цветов, белый и синий. Производитель Китай. Его отличительная особенность стоит в том, что после нарезки овощей и фруктов в мясо есть возможность не беспокоиться о том, что что-то рассыпется, высыпать, куда вам нужно, сложив края. Выполнена она из толстого пластика. Всем удачных продаж!